Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Эдисон, мы продолжаем играть в Hunger Games на сервере Hypixel вместе с Докером. Всем привет. Так, я... Мой ник теперь Вайт. Кого? У меня ник Вайт, вообще. Ладно. У слона близкого белый. Ну, так что. Ладно. Так. И куда бежим, в какую сторону? Да я не знаю, а, кстати, вот и вот а, он. А, да. Ну не знаю, наверное, вот как сундуки лутаем и тут же назад прям бежим. Вот сюда, ну где мы сейчас стоим. Да, ясно. Так. Выбери класс. Я выберу. Ну пытаемся хоть что-то залутать, а то тут вот эти камни, думаю, будут мешать немножко. Так, все, бежим. Каменный меч нормально. Все, я ничего не успел, все, погнали. Давай сюда, назад. Ай-яй-яй, меня сзади, бьет уже. Сзади, иди назад. Жди, я сзади. Все, давай, побежали. Да, вот эту сторону. Быстрее, бежим. Блин, не вступай в драку, просто уходим. Ну да, давай, бежим. Уходим, надо затеряться где-то, что ли. Во, сундук я тут вижу. О, нормально, стрелы. И где ты? Сзади тебя. А, вот он. Убивай всех подряд, короче. Ну, в принципе... У него каменный меч, убивай, давай. Гаси. Ножи, давай, я догоняю его. Да. Нет. Да, забей на него. Да, ну... А, не, у него каменный меч, это неплохо. Не, давай, возвращайся назад. Возвращайся! Назад иди! У него не каменный, а деревянный. Не каменный. Ну, у него бронька. Но у меня меч золотой хотя бы есть. Некий цар дался. Прикинь, слушай, а если прокачивать вот этот класс, вот именно рыцаря, прикинь, до алмазного меча прокачаешься. Угу, не знаю. Ну, уже почти что убил. 10, он восстанавливается. Ух ты, сколько их тут. Ой, я валю. Ай, меня сзади бьют. Убегай. Во, отлично. У тебя есть что-нибудь на меня, там бронька какая-нибудь? Ща. Конечно, есть, но сейчас. И меч каменный заодно дай. У меня каменного нету. Есть же, вроде там второй. Нет, у меня только золотой. О, я нашел поножи. А есть нагрудник? Нет, у меня самого нету. Блин, уже я же видел, что он атаковал с каменным. Хрен его знает, я не подобрал. Во, бежит. Сюда. У меня жизни мало, я голодный. Где ты, блин? Вот. А, вот он, все, вижу. Ух ты. Убег. Давай, зажимаем. Почти что убил тебя. Иди назад, да не тупи, иди назад. У тебя там 4 жизни, и ты думаешь, убьешь его? Я его убил. Почти что. Иди назад лучше. У него 6 жизней. 7. Я, конечно, не убью, там еще один. Ой, господи, ой. 5 на лошадке. А! Все, я его убил. Отлично. У меня штанция есть. На. Давай. У тебя жизнь есть? В смысле, на еду покушать? Нет, еды нету. У меня 4, надо жрачки хотя бы. На. Чтобы остановиться. Я тут поохраняю немножко. А тут... Дай еще какую-нибудь жрачку, чтобы сырое что-то можно было поесть. На. Да, вот одну. Все, и сейчас я восстановлюсь. Блин, еще что-нибудь есть. Не хотела там. На, только гнилая плоть. Норма, все, гнилая плоть. Норма. У тебя 4 жизни, и ты просто-напросто бежишь так в атаку, тебе пофиг. Почему у меня тут всего лишь игра? А, ну да. И потом заново переписывать, да? Ну, не знаю. Ну тогда не умничай. О! На лошадке. Это кто, VIP или он звезду поднял, я вообще не понимаю. Это VIP. У VIP-ов есть эти... Ты где, блин? Я тут его на лошадке бью, я на второй этаж поднялся. А, на второй? Да блин, чё сразу не сказал? Вон, вижу. Иду. Давай, умирай. На лошадке это плохо. Ой, иди сюда. А, блин, ладно. Он непобедимый на лошадке, короче. Ты его убьёшь там? Чё у меня с рукой? Нет, не убивай, не трогай его, стой.
Все, он убежал. Нет каменного меча там нагрудника. Не-не-не, вообще нагрудника даже нет. Вот, о, бежит, бежит, вот, бежит, бежит, бежит. Ни хрена себе. На лошадке? У него так жизни быстро восстанавливается. Че ты за хрень? Он просто берет, бьет нас и убегает, восстанавливается, прибегает. Принципе... давай валить отсюда, а. И в принципе мы его даже не можем ударить, так как он шустрый на этой лошадке. Но регенится. Вот смотри, тут сундук. Так, а тебе нужны ботинки, шлем? Какие ботинки? Эти, да, они короче твоих. А, блин, они мне нужны были, ну ладно. У меня броня получше. У меня поножи. Да, вообще еды нету, а... До этого... Коня мы вообще хрен победим. Смотри, там на спавне он бегает, но, блин, я прыгать отсюда боюсь. Давай, не, иди не... сюда. Угу. Это вообще... Звезда ада, вот это появилась она. Ну, нормально. Она в сундуках, ее может любой завладеть ее. Ага. Погнали на спавн, на спавн. Да. У тебя есть один уровень хотя бы? Нет. Хотя я уже вроде двоих убил, но... Надо на спавн сейчас, мне надо каменный меч срочно найти. Ты где? На спавне. Я среди облаков затерялся. Где, блин? А, кого-то опять убили. Давай. Я за тобой. Дурацкие облака меня, они раздражают. Даже еды нету, покушать. Хреново, вообще хреново. У меня один стейк и 6 пшеницы. Чё, ничего? Вообще ничего нету. Ну блин, у тебя есть один бутылек опыта? Нет, побежали в эту сторону. Мне нужен чуть-чуть опыта совсем, чтобы зачарить что-то. О, огонь? Что за... Надо же. Ну ладно. Я считаю, это немножко читерство с этими... Ну, знаешь ли, VIP. Ну и хрена. Плати и все. Ой, я, кстати, сейчас 2 хлебушка сделаю. Это немножко дисбаланс, то, что он, в принципе, может вызвать эту лошадь, кататься, нас бить, а мы по нему даже не можем попасть. Тебе есть что пожарить? Жарь да. сразу. Да. Жарь сразу, я покараулю пока что. Поставлю тут на входе. У тебя лук есть? Нету. 12 стрел есть. У меня тоже ровно 12. Так, тогда о, сейчас... Это что, каменный меч? А, нет, это зачаренный, деревянный. Сейчас повыкидываю. Угу, я посмотрю. О, вот это мне надо. Блин, хлам столько подбирать. Все, вот это больше мне не надо. Что такое? О, господи, испугал. Ты... Да блин, опять весь хлам подобрал, да что ж ты? Ай. Ну, в принципе, еды у меня уже дофига, можно сказать. Нет, у меня мало. У меня 12... Ой, 2 хлебушка, 2... Ну, плоти это гнилой. И один стейк. Осталось 4 игрока вместе с этим... Вау, блин, страйк владел звездой. Плохо. Ну, дело... намного... Ну, лучше, чем вот тот VIP. Ну, каменного меча... Ой, меча у меня нет. У тебя есть... похавать? Дай похавать. Хотя бы 2 штучки. О, спасибо. Каменного меча у тебя даже нагрудника нету, а у меня по ножи. Ну тем более, могу тебе дать по ножи. А смысл? Ну, не знаю, я почти весь в этот одетый, офигенно. В принципе, это лучше алмазный, нет? Не лучше, нет. Почему ты так думаешь? Не лучше. Я не знаю как, но на Hive MC он не лучше... железный. Ну, он вроде от лавы спасает лучше, чем алмазный. Ну да, так как с огня он сделанный, кольчужный. Вот смотри, в одиночке его в Майнкрафте это нереально сделать. Ну да, там нужен огонь. Как ты вообще огонь добудешь? Ну, это... Вроде с Грэгтэчем можно в мод. А хрен его знает. Ну, с модами. Ну, с модами, да, ну, без да. модов. А так в данжах. Вот надо тут... сейчас так столкнуть. Ух ты. Я вниз падаю. Ой, я упал вниз. Там есть что-то? What the fuck? Ничего там нету. Только зря больно себе сделал. Ну да, поднимаемся так. Ай, блин.
А, если вот тот падла, который подобрал звезду, опять использует вампира, это жопа будет. Если додуматься, вдруг там какой-нибудь школьник сидит лет 12. Ну, в принципе, так. Помнишь, когда вот тот бегун был или еще кто-то? О, так, нормально. Ну... У тебя есть каменный меч? Ну или урон там какой-нибудь? Нет, 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 нет. У меня урон 4 максимум, ну ладно, я не выживу. Все. И помнишь тот, когда вот тот как бы щитами бил или еще кто-то, ну, кто быстро бегал? И потом, ну, да. И потом в финале какой-то нуб, ну не, нуб, ну не знаю, юзнул там Lucky Charm или чё это. И не знаю вообще зачем ему это. Слушай, иди сюда. Там сундук я вижу. Только как его достать? Где? А, наверху, да, легко же. Вот, смотри. Ой, я ошибся. А, ну да. А, ну ладно, пофигу. Ты где? А, вот. Вот тут я. Интересней куда. Ну а сейчас потерялся. Нет, я тут возле этой же виселицы. Катапульта, это катапульта. А как звезда спавнится в сундуках обычно? Да, но это как повезет, когда найдешь. Я один раз находил. Даже, по-моему, два. Я одну выбивал с игрока, а другую находил, ну, просто. Да. Так, идем сейчас, я думаю, на спаун. Уже, да, сундуки уже заспавнились. О, да. Гоу. Так. О, там как раз один чувак, я вижу. Надо его завалить, если у него... Вон, сейчас я подкрутусь. Сейчас, жди, вместе начнем дубасить. Я уже начал его дубасить. А, у него звезда, у него звезда. А, гоу, мочи. Мочи... Вот говнюк, ой, иди сюда. Он пошел, он заводит тебя в ловушку. Да ты убейся, говнюк. Я ненавижу догонять их. Да я в принципе. О, я тут не был ни разу, круто. Я тоже. Ненавижу. А где он? Чё это за лаги били? Не знаю, но вон я его вижу, я догоняю. Давай. Он среди лавы пробежал, давай. Скотина. Вокруг него. Вот лошара, он себе отнимает жизнь. Я себе тоже немножко снял. Да блин, как его догнать? Да харе уже бегать, ну это так бесит. Ладно, подожди, я сейчас похаваю тогда. Он прыгнул? Да. Ты тоже, что ли? Да. Прыгай. Я подальше чуть тебя прыгнул. Я тебе говорил, жди, сейчас вместе подкрадемся, начнем его бить. Ну подкрадемся, он бы уже ушел бы и увидел меня, пока бы развернулся. Вот давай. Слушай, ай, у него лук. Ай-яй-яй. Ты скотина. Давай, я подкрался. А, да. Отлично. А тут, ну, прям матюкнул сейчас. Так. Не надо матюкаться. Так, кушай, восстанавливай жизнь, а то 45 секунд. О, я подобрал звезду, еее. Ну, сейчас я думаю, сразу включай. Ну, как на дезматче включай. Ты, кстати, тебе каменный меч нужен? Да. Иди сюда. Да, вот стой тут. Сейчас я тебе кину каменный меч. Сам подобрал. Подобрал? Да, тебе нужны эти ботинки. Да не, все нормально. Ты восстанавливайся, а то сейчас... А у меня Potion of Seed, что это? Speed. А, зелье. Использую сейчас вампира. Ну, думаю, ты 5. Знаешь. Это 5. Вот тот пацан на коне. А, кстати, он неплохо такие одет. Так, сколько? Где этот вампир? Ага, вижу вампира. Е. Все, давай, 5 секунд. Ты АФК? Ау! Нет, не АФК я. Меня кто ударил так? Во, отлично. Так, теперь можно я выиграю? Стой, да не бей. Ты же выиграл тот раунд, дай мне выиграть. Убиваю тебя и так, вампир. Какой вампир? У меня нет вампира. Ну, в смысле, ты его использовал? Стой, подожди, я ничего не использовал. Да стой, подожди. Я ничего не использовал, он не используется почему-то. Ладно. Да надо замочить тебя, ладно, все, стой, я... Ну ты говнюк, а. Ну, ты помнишь первый эпизод, когда ты меня на крысу начал бить? Все, я тебе вернул. Нечестно. Ладно. Ты и так твой раунд уже выиграл. Ну, в смысле, это вторая серия, не та, что была раньше, как бы.
Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем спасибо за просмотр. С вами был Эдисон и Докер. Всем удачи, всем пока. Да не Докер я! Ладно, пока.